Оптимистичные прогнозы от Нацбанка. Годовой уровень инфляции в нынешнем октябре может составить всего 5%. И это при том, что год назад в нашей стране была зарегистрирована рекордная инфляция более 33%. Положительные прогнозы повлияли и на изменение политики банка. Сейчас идет работа над реализацией мер, которые позволят понизить кредитные ставки. Предыдущие меры денежно-кредитной политики, предпринятые Национальным банком, создают условия для дальнейшего снижения инфляции. Поэтому мы ожидаем, что в октябре текущего года мы выйдем на диапазон изменения инфляции. Мы видим, что инфляция больше не представляет рисков для инвестиций и потребления. Инфляция не представляет рисков для инвестиций и консум. Представители Национального банка сообщили для ТВ-8, что диапазон колебаний инфляции на октябрь составляет 5%, и это в условиях, когда бюро статистики сообщало, что в июле инфляция достигла почти 11%. Губернатор Нацбанка Октавиан Армашу также заявил, что главный банк страны будет поощрять более дешевые кредиты при сдерживании темпов роста цен на товары и услуги. Что касается ставок по кредитам, они тоже имеют тенденцию к снижению, и наши данные показывают, что уже сейчас, в июле-августе, по некоторым продуктам ставки даже опускались ниже 10%. Они предназначены для поддержки как потребительского кредитования, так и финансирования инвестиционных проектов и поддержки экономических агентов для перезапуска экономики. Глава Национального банка утверждает, что контролируемое смягчение кредитной политики будет продвигаться и дальше, чтобы коммерческие банки могли удешевить кредитование населения и предприятий. Напомним, на прошлой неделе Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 6%.